Сезон прошел хорошо. Мы очень рады, что без травм, мы очень рады, что все получилось. Спасибо организаторам, все на высшем уровне. Мы не первый год уже участвуем. Ну, была пауза. Собрались с ребятами, решили, и у нас получился результат. Спасибо, все хорошо. Ожидания оправдали? Ожидания, как говорится, аппетит во время еды приходит. Давайте начнем, поиграем, потом загорелся этот азарт спортивный. Ну и как бы уже взяли желтую майку лидеров и начали как бы, ну, держать ее до конца. Все получилось, спасибо ребятам, спасибо всем обстоятельствам, что никто не болел. И мы закончили вот так сезон. Были уверены, что возьмете первое место? Ну, знаете, так, как говорят в UFC, план на бой был, так и у нас. Мы хотели это первое место, и получилось. Футбол – это командная игра, и благодаря ребятам у нас есть основной состав, который ребята, ну, берут основную игру на себя, и все вместе у нас все получилось. Когда поняли, что уже трудно упустить первое место? Ну, понимали это в середине первого круга и как-то уже так настроились, что так оно и будет, так и произошло. И соперников кого можете отметить? Ну, вечный наш соперник, с которым мы конкурируем, это Крепор. Молодцы ребята, они такие возрастные, опытные. Униря тоже хорошо себя проявила, Молд Прогресс. Вообще, мое мнение, что дивизия С, она... ну, не уступает сильно дивизии Б. Ну, вот мы решили с ребятами пойти в дивизию Б, уже как бы в этом году начнем. Посмотрим, померимся там силами с ребятами. Там задачи какие? Там задачи, у нас задачи и дух только один. Тройка, и метим на первые места. Усилимся, немножко поменяем тактику, но будем стараться первые три места, там, туда метим. Бурно праздновали. Будет продолжение? Да, обязательно. У нас традиция начала сезона, конец сезона именно бурно. Ребята заслужили и призы финансовые, и сам стол. Ну, в общем, будем праздновать так, как празднуют все футболисты. Хорошо.